Dai coro di voli, dai coro di voli. 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 নামনামকারী বহুধা নিজ সর্বশক্তি স্তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণেন কাল এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন মমাপি দুর্দৈব মেদৃশমিহা জনিনানুরাগ। Это вторая шлока. Махапрабху, ты явил здесь, выразил здесь, учредил здесь различные типы имени. И всю свою мощь, свою силу ты вложил в эти имена. Хотя это явление вечное нам, нами, это могущество вечно пребывает в имени уже. Но говорится так, что ты вложил. Это значит, в имени уже присутствует потенция с самого начала, и то, и другое вечное, и имя, и его потенция. Все виды энергии, потенции, и нет предписанного времени для призывания имени. В любое время, в любых обстоятельствах ты можешь призывать имя. Речь не идет о том, что это можно делать лишь по утрам, или после того, как было совершено омовение, или когда ты находишься в святом месте, никаких условий. В любое время, в любом месте, в любых обстоятельствах ты можешь продолжать призывать имя. Таким образом, столь великодушный шанс ты обрел, возможность была дана всем, возможность нам, баджана, служения имени. Так великодушно с тобой, столь великодушно с тобой обращаются, относятся к тебе. Столь велика твоя милость. Тава Крипа. Милость не знает границ. Милость, которая проявляется в том нам баджане, который ты дал нам. Но, тем не менее, моя беда такова, моя трагедия состоит в том, что я не нахожу никакого искреннего желания в себе призывать имя. Нет такой веры, нет такой шрадхи, нет такого почтения, нет такой склонности. Я не нахожу в себе склонности призывать имя. Нет любви, нет теплых чувств, нежности к имени, я не нахожу. Я подобный неудачливый человек. Неудача моя худшего рода, она такова, что я не нахожу никакой внутренней жажды, жажды призывать имя, и что можно поделать? Это вторая шлока. Ты дал все со своей стороны для того, чтобы возвысить меня из этой релятивности, относительности, бренного мира. Твоя попытка столь щедра, столь великодушна, но я вижу, что с моей стороны некоторое сотрудничество, некое сотрудничество, конечно, необходимо.
необходимо нечто с моей стороны. Я должен принять это явление, принять Твою милость. Но я остаюсь глух со своей стороны к тому, что приходит от Тебя. К Твоему великодушному зову я остаюсь глухим. То малое, что необходимо с моей стороны, я не могу дать это малое, мой Владыка, я беспомощен, у меня нет надежды.